Воспитатель 21-го детского сада Наталья Кунина презентует проект развития индивидуальных творческих способностей детей. В этом году номинация «Культ просвет» премии «Наше Подмосковье» занимает одну из ведущих позиций. Приобщение к культуре и традициям родного края, творческое развитие молодежи, популярные направления профессиональной и общественной деятельности жителей Одинцовского района, которые в 2016 году подали свыше 3000 заявок на соискание премии «Наше Подмосковье». Сегодня конкурсанты презентуют рабочей группе свои проекты, рассказывают их актуальность, рассказывают о том, как давно они их реализуют, какая социальная и общественная значимость для жителей Одинцовского района, да и всего Подмосковья в их проектах присутствует. Эксперты премии подчеркивают, презентация – это не защита. Все проекты пройдут в следующий этап, но знакомство с авторами позволяет участникам экспертных комиссий больше узнать о проекте, задать интересующие вопросы. Один из самых популярных – как вы распорядитесь премией в случае победы. Житель 11-го дома на улице Вокзальная Геннадий Новокшонов на премиальный планирует отремонтировать дорогу, а ветеран-ракетчик Валентин Дубин – издать книгу об одинцовских фронтовиках. Кто бы сегодня вспомнил о князе Игоре, который, идя против половцев, оказался в плену и оттуда вернулся. А в слове о полку Игоре этот факт хорошо описан. Это, кстати, слово «полку Игореве» является литературным памятником. Может, и моя книга будет литературным памятником. Я на первом этаже живу, северная сторона. Там очень много в связи со строительством всякие глыбы, ну, неуютно. Раньше там у меня были деревья посажены, цветы были, а сейчас там все это изуродовано, так я хочу привести это все в порядок. Инициатива нуждается в поддержке, гражданская активность в стимуле. В этом году премия «Наше Подмосковье» вышла на очередной рекорд. 36 тысяч проектов против 22 тысяч прошлогодних. Лидирующая номинация больше, чем профессия. Среди соискателей немало дебютантов. Участвуют впервые, но общественно полезной работой занимаются давно. Хоть премия проводится уже третий год, мы вот только сейчас решили принять участие и заявили сразу 5 проектов. Второй этап премии «Наше Подмосковье» продлится до 31 октября. После защиты проекты пройдут оценку экспертного совета, а затем награждение. В этот раз, помимо основных премий, первой, второй и третьей степени предусмотрены и специальные премии в номинациях «Культ просвет», «Доброе сердце» и «Молодежь Московской области». Мария Приепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».